Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Книга, и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Накануне Дня знаний состоялась августовская педагогическая конференция. Каждый год волнительный, потому что новые впечатления, новые ученики, первоклассники радостные. В муниципалитете открыли 3 мини-детских сада. Наблюдаю, как все устроилось. На самом деле все очень так мило, приятно. И мы очень рады, что наши дети здесь все-таки будут играть. В горках Ленинских осветили храм первосвятителей московских. Мы, Богу содействующую, совершим великое освящение сего прекрасного храма. Новый учебный год у педагогов начался, как всегда, заранее. Накануне Дня знаний в Видновской школе номер 11 прошла августовская конференция. Насколько готовы в муниципалитете к учебному году, узнала Александра Столярова. Традиционно перед началом учебного года в актовом зале 11-й школы собираются работники образовательных учреждений муниципалитета. Августовская конференция для них своего рода будильник перед 1 сентября. Помогает настроиться на рабочий лад. Каждый год волнительный, потому что новые впечатления, новые ученики, первоклассники радостные. 11-й класс, который, когда приходит на 1 сентября на линейку, уже и грустно становится, что через год они покинут стены родного здания. Очень соскучились по детям. Подобная конференция – это тот самый рубеж, с которого начинается учебный год. Поэтому здесь это мотивирующая составляющая, в первую очередь, наверное. Это встреча с коллегами из других учебных заведений. Много знакомых, много друзей. Поэтому все уже настраивает это на рабочий лад. Как известно, учебный год начнется в очном режиме. Однако в условиях пандемии важной темой остается соблюдение правил безопасности в учебных учреждениях. Классы разделены, опять же, также по потокам обучения идет. И каждый класс будет находиться в каждой своей отдельном кабинете, выделенном для него. Это некоторые сложности, конечно, создает, но для того, чтобы мы безболезненно и достаточно комфортно учились, это меры необходимости обязательны. А пока торжественное открытие конференции. Традиционно перед участниками прошел парад флагов образовательных организаций. Первым спикером стал депутат Московской областной думы Владимир Жук. Он рассказал, как в муниципалитете решается проблема нехватки школ и детских садов. За предыдущие 5 лет мы построили в Подмосковье более 120 детских садов и 124 школы. За следующие 5 лет у нас уже есть план. Мы построим 150 с лишним и школ, и садов. Также депутат отметил, важно не только строить новые, но и модернизировать уже работающие учебные заведения, чтобы ученики получали образование в современных и комфортных условиях. Эту тему продолжил и глава муниципалитета. На прошлой неделе заложили уже 3 школы. Еще 3 школы сейчас в стадии обсуждения. Это я не говорю про те школы, которые застройщики построят. Андрей Юрьевич поставил задачу за 2 года в корне изменить ситуацию с образованием. Это касается и общеобразовательных школ, и детских садиков. Конечно, мы должны нормализовать, чтобы никакой очереди в детских садах не было, чтобы в школах учились с комфортом. Обсудив планы на будущее, участники подвели итоги прошедшего учебного года, сдачу государственных экзаменов и положение школ в общем рейтинге. В этом году у нас положительная динамика числа 100-бальных результатов. 11 выпускников, которые сдали на ЕГЭ на 100 баллов, это, конечно же, особый повод для гордости не только школы, но и муниципалитета. Особенно хочу отметить Шамину Марию, выпускницу Видновской школы номер 9, которая на ЕГЭ по истории набрала 100 баллов и стала одной из 366 100-бальников по России. 1 сентября – праздник не только первоклассников. Среди 100 участников конференции присутствовали 23 молодых специалиста, для которых начало учебного года станет не менее волнительным. В общении с детьми у меня нет страха. А вот с родителями, так как родители очень переживают, что я молодой специалист, у меня нет опыта, нет своих детей, мне мало лет, они очень переживают и как-то скептически относятся ко мне. А насчет своего профессионализма я не сомневаюсь. После каждого выступления проходило традиционное награждение. Вручали благодарность от Министерства образования, главы муниципалитета и депутатов. Особой грамотой была отмечена трудовая династия Путятиных-Маликовых из школы-совхоза имени Ленина. Знак Московской областной думы за верность Подмосковью торжественно вручили директору Видновской гимназии Татьяне Анашкиной. Уже много лет на конференции дарят и сертификаты на получение квартир. В этом году их вручили 7 работникам учебных заведений. Александра Столярова, Александр Логинов,
Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Сегодня в рубрике «Видновчане об этом» наш корреспондент Юлия Погосьян вышла на улицы города, чтобы выяснить у жителей, как они готовят своих детей к школе и с каким настроением сами ученики вступают в новый учебный год. Завтра летнее беззаботное время закончится, и школьники вернутся за парты. А сегодня, чтобы выяснить, как ребята провели лето, готовились ли к школе и с каким настроением идут в свои учебные учреждения, мы вышли на одну из центральных площадей города Видное, где пока еще дети активно проводят свое время. С каким настроением идете завтра в школу? С хорошим. Чего ожидаешь от 1 сентября и нового учебного года? Что будет все хорошо. Была добрая учительница и были пятерки только. В конце учебного дня нам дали тетрадки, учебные комбинирование задания, и мы их делаем на каникулах. Ожидаю хороших пятерок, хорошую учительницу, ну и все. А уроки учил, как их в школе готовился? Да. Что делал? Книги читал, занимался. С одноклассниками давно не виделся, с друзьями. Ну, у нас учитель поменялся. Вот интересно, какой классный руководитель будет. В первом классе обещали никаких драк, и это меня радует. Почему ты этого так боишься? Нет, просто иногда там есть большие подростки, которые могут оказаться, которые всех бьют. Злые, да, ребята? Ну да. Ты не боишься их? Пока, ну да. Как думаешь, какой самый любимый предмет будет? Уравнение. Почему? Считать любишь, да? Ну, я могу считать до 100. Как у тебя вообще настроение? В третий класс ты уже знаешь, что такое школа. Каким настроением идешь в этом году? Ну, с веселым. Потому что вот мне очень нравятся всякие праздники. Школьные, да? Ну, да. Ну, а какой самый любимый предмет? Самый любимый предмет – это физкультура и окружающий. Но, кажется, к новому учебному году больше готовятся родители учеников, которые вместе с ребятами все лето провели за книжками. Готовимся, уроки делаем. Это что мы делаем? Таблицу умножения учим наизусть все лето. Ну так, потихоньку. Какой класс? Выучили, в третий пойдет. Первый месяц, конечно, дали отдохнуть, но потом напрягли его ребенка. Читал, я не хотел, играл. Но у него такие друзья были, что только позвали маму с папой в рассыпную, ну куда девать, и наш читает. Особенного ничего не было, как обычно, дополнительные занятия дома, чтобы школа не хромала. А так нормально все. Ну, хочет в школу. Мы просто жили в Москве, вернее, он жил в Москве, переехал, и сейчас идет первый раз в четвертую школу, новый класс руководитель, поэтому, ну, нормально все. Хочет. Юлия Погосьян, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Сразу три мини-детских сада открыли свои двери в рамках губернаторской программы в Ленинском городском округе. Первый из них в ЖК «Усадьба Суханова». На торжественном открытии побывали глава муниципалитета Дмитрий Обаренов, представитель администрации и наша съемочная группа. В жилом комплексе «Усадьба Суханова» заметное оживление. В рамках губернаторской программы здесь торжественно с песнями и плясками открылся первый в Ленинском городском округе палисадик – мини-детский сад у дома. Я благодарен губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву за решение по открытию таких мини-садов. Сегодня мы их открываем три, один из них здесь, всего еще до конца года еще 6 откроем. Этого события местные жители ждали с нетерпением. На территории нет ни одного образовательного учреждения. Ближайший детский сад расположен в деревне Лопатино, до которой еще надо доехать. Проблема решилась после обращения жителей в июле этого года на прямую линию губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Он и сообщил, что в жилом комплексе вскоре появится палисадик. Мы адаптируем помещения, ремонтируем их, предлагаем все необходимые услуги и увидели, что удовлетворенность этими палисадиками, как назвали мы этот проект, в этом году их будет порядка 50, прежде всего в этих муниципалитетах, очень востребован. Конечно, было много вопросов сначала, что это, как это работает, почему мини, будет ли музыка, будут ли танцы, будет ли спорт, а где они будут гулять, безопасно ли это. И мы выходили даже на видеосвязь с губернатором, где он ответил на все наши вопросы. Мы успокоились и ждали с нетерпением открытия этого детского сада. Палисадик – это такой детский сад-миниатюре. Здесь разместились многофункциональные помещения для трех групп.
них ребята будут играть, принимать пищу и спать, а также отдельные кабинеты для индивидуальных занятий и раздевалки. Дошколята будут находиться здесь по будням с 7 утра до 7 вечера, как в обычном детском саду, получать пятиразовое питание и ходить на прогулки. Еду готовить будут в основном в корпусе детского сада номер 24. Еда будет привозная, но за 10-15 минут до раздачи еды. Все занятия также будут проходить, но только в группе и в отдельных кабинетах со специалистами. У полисадика есть своя оборудованная прогулочная территория неподалеку. Здесь разместились 3 веранды, зона для занятия физкультурой и площадка для изучения правил дорожного движения. Мы наблюдаем, как все устроилось. На самом деле все очень так мило, приятно. И мы очень рады, что наши дети здесь все-таки будут играть и расти, превращаться в настоящих людей. 1 сентября полисадик в усадьбе Суханова примет 60 дошколят. С ними будут работать 5 воспитателей и 3 помощника. Также в этот день открылись еще 2 мини-детских сада в Расторгуеве и на территории школы номер 1 в Видном. Всего же в регионе до 2023 года распахнут свои двери более сотни подобных учебных заведений. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ. В региональной общественной приемной партии «Единая Россия» прошла встреча депутата Московской областной думы Владимира Жука с активистами местного отделения общественной организации «Союз женщин России». Основными темами обсуждения стали вопросы благоустройства, медицины и образования. Подробности в сюжете Галины Житковой. Местное отделение общественной организации «Союз женщин России» существует всего полгода. Активисты энергично взялись за работу и готовы помогать прекрасной половине нашего городского округа. Но решение некоторых проблем возможно только в тесном контакте с администрацией и депутатами. Невероятный шум от проезжающих мимо с бешеной скоростью мотоциклистов, от проезжающих мимо автомашин, на которых там, я не знаю, сколько децибелов музыка играет. Я живу на проспекте Ленинского комсомола, дом 15, корпус 1. И у нас в плачевном состоянии находится подъезд. Претензий ни к уборке, ничего нет, но хотелось бы там и двери поменять, и плитка. И вот с этим вопросом жители просили как бы обратиться к Владимиру Петровичу Жуку. Молодой энергичный психолог Ольга Долимаева – один из самых активных членов организации. Но желанию больше работать пока мешает личная проблема. У меня 3 детей. Младшему у меня сейчас 3, и нам не дают садик. Вот. И хотелось бы начать работать. Есть проекты по волонтерству, но так как маленький ребенок, и не всегда есть возможность выйти, помочь людям. Представители общественной организации рассказали депутату о своей деятельности и проблемах, с которыми сталкиваются в ходе работы. В округе открыт центр помощи женщинам, попавшим в сложные жизненные ситуации. Активно работают психологи и юристы, но своего помещения пока нет. И у каждого есть своя проблематика, свои вопросы, свои запросы. Постараемся на каждый отреагировать. Вот именно для этого и встречаемся, чтобы все вопросы взять на карандаш. Депутат Московской областной думы Владимир Жук еженедельно встречается с жителями и представителями различных общественных организаций. Практически все вопросы, с которыми выступают активисты, касаются проблем территориальных образований. Но есть и более глобальные, что будут решаться в тесном контакте с коллегами на федеральном уровне. Галина Житкова, Сергей Ларин, Видное ТВ. Руководитель территориального отдела «Картинский» Андрей Извеков и директор муниципальной компании «Дорфсервис» Александр Митряйкин прошли по территории поселка совхоза имени Ленина. Цель встречи – выявить проблемные места в благоустройстве и наметить цикл мероприятий, необходимых для приведения в порядок ряда объектов, среди которых новая спортивная и детская площадки. Благоустройство территории – это сфера, в которой всегда есть к чему стремиться. Погодные условия, да и действия несознательных граждан приводят к повреждению инфраструктуры – скамеек, урн, пешеходных дорожек. Сегодня основная цель – это выработать систему нормальной уборки, содержания поселка. Мы пригласили директора МБУ «Дорсервис», чтобы показать текущее состояние, совместно обсудить планы дальнейшей работы. Ну и, повторюсь, выработать систему, чтобы поселок содержался в надлежащем санитарном состоянии. Запланирована реконструкция старых
площадок для сушки белья. До сих пор в поселке совхоза имени Ленина они пользуются популярностью. На такую необходимую вещь обратили внимание руководство Картинского отдела местные жители. Сколько у нас домов, подъездов, эта площадка должна побольше быть. Вы прямо вот полностью приотметили, мы сейчас подрядчику. Вот такой вопрос показали. Есть возможность вот все это загнать, здесь почти 70 квадратных метров, многовато. То есть можно ее уменьшить или оставить в этих же размерах. Присутствие на встрече директора компании «Дорсервис» позволяло решить многие вопросы в течение нескольких секунд. Например, после возведения новой спортивной площадки неподалеку осталась старая плитка и демонтированное оборудование. Металл вам тоже надо сдавать. А у нас получается, что мы вот это сделали, и 3 недели у нас здесь. Забрать отсюда плитку и металл. Все, что осталось от старой отремонтированной детской игровой площадки. Хорошо? Завтра все отсюда убрать и на базу отвезти. Действительно, особое внимание на встрече уделили новым площадкам, которые появились в совхозе. На них уже вовсю занимается детвора, но, по мнению руководителя территориального отдела, подрядчик не до конца выполнил работу. Мы прошли по вновь встроенным площадкам. Есть замечания, подрядчик посмотрел, все принял, да, где-то надо убрать лишние камни, где-то собрать там мусор оставшийся, вот необходимо вывести старую плитку, которая осталась еще у нас на площадке, для того, чтобы торжественно открывать новую площадку, спортивную и детскую. Также на встрече обсудили вопросы подготовки территории к зиме и уборки снега. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. 29 августа ранним воскресным утром состоялось великое освящение храма первосвятителей московских в Горках Ленинских. На строительство этой святой обители, единственной на территории поселка, ушло долгих 10 лет. Наша съемочная группа побывала на праздничном богослужении. Улыбки на лицах прихожан, благодатный колокольный звон, несущий по округе радостную весть. В истории храма первосвятителей московских, что в Горках Ленинских, новая долгожданная страница. Чин великого освящения совершил архиепископ Подольский Люберецкий Аксий. Мы Богу содействующую совершим великое освящение сего прекрасного храма, который выстроен вашими трудами, молитвами, заботами, материальным попечением и совершим в нем божественную литургию. Всех вас, дорогие мои, призываю к общей молитве, и Бог даст, причастимся святых Христовых тайн. С праздником сердечно всех вас поздравляю. На богослужении присутствовали глава муниципалитета Дмитрий Абаренов и председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко. День действительно знаковый для нашей Видновской земли. У нас сегодня появилась, на мой взгляд, жемчужина в виде вот этого замечательного храма. Я от всей души хочу поблагодарить и жертвователей, и строителей, которые, превозмогая в том числе и пандемию, которая осталась, я надеюсь, уже в истории, все-таки завершили строительство. За время возведения храма здесь появился свой приход. И сегодня под сводами церкви больше сотни ее прихожан. Не только местные жители, но и люди из соседних округов и москвичи. Чувство потрясающее, потому что мы этот храм начинали с самого начала. Вот есть, тут есть люди, которые этот храм практически строили своими руками. Он же начинался когда новый. Потом был нижний храм, потом верхний. Поэтому представляете, сейчас такое событие, вот видеть, что это все возводилось на твоих глазах, ну, с Божьей помощью и с Божьей милостью. Чувство радости, чувство веры, что народ наш верит, нация возрождается. Все мы христиане, все мы православные. Это очень хорошо. Сегодня храм не вмещает даже всех желающих. Машинам припарковаться негде. Все люди стремятся, потому что большой праздник, большой святой день. Это первая и долгожданная церковь на территории поселка. История началась еще в 2010 году с благословения митрополита Ювеналия. Строительство храма велось много лет всем миром на пожертвования верующих. Среди крупнейших благотворителей – российский политик Дмитрий Саблин. На мой взгляд, это самая красивая церковь в нашем Ленинском районе, Видновском Благочении. Самая светлая, самая нарядная, вот эти красивые росписи, который каждый желающий может приехать, посмотреть, полюбоваться. Внешне белоснежный храм выглядит немного аскетично, а вот внутри пышное убранство. Один из главных элементов – иконостас. На его вратах – образы четверых евангелистов и сюжет Благовещения. А справа и слева – иконы Спасителя и Богородицы. За ними следуют образы святых, в том числе Иоанна Кронштадтского, Ксении Петербургской, преподобного Серафима Саровского. Росписью храма занимались 20 опытных иконописцев. И за 2 года им удалось создать настоящий произведение искусства. Северные и южные стены этого храма, там 2 композиции, которые, в общем-то, нигде не
использовались в таком раскрытом виде. Собор новомучеников и исповедников российских. Там портретное сходство абсолютно всех, кто отдал свою жизнь. Показано, как разрушали святыни, как их опять восстанавливали. А по другую сторону композиция 40 новомучеников севастийских, среди которых есть святой Илия. Это дань благодарности духовнику, патриарха Московского и всея Руси, схимандриту Илии, который и выбрал место в горках ленинских для церкви. В завершении праздничной службы настоятель храма Пресвятителей Московских отец Дионисий выразил надежду, что храм всегда будет наполнен молитвой и прихожанами. На приход, на все нужно, конечно же, время, вот, чтобы он сложился. Поэтому мы находимся только в стадии того, вот, чтобы он был полноценным. Вот сегодня за богослужением я смотрю и вижу, что в нашем храме есть еще места. Вот поэтому нам есть над чем работать. Вот, всех хочется поздравить вот, с праздником и с великим освящением храма. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. До свидания.